Жирная лапша. Взрыв вкуса. Крутым парням тоже не помешает передохнуть. Тебе чем-нибудь помочь, милый? Я же его на Марсаре оставил. Я тут припрятал особое умаджанское в подсобке. Будешь? Как выберусь из скафандра первым делом? Ладно. Неужели смена кончилась? Ох, что ж так подкрадываешься? Давай-ка обсудим дела. Тебе страшно. Ты заглянул в мир духов и узнал что-то неприятное. Это связано с Керриган? Похоже, сверхразум создал Керриган, чтобы освободить зергов от кого-то. Кого-то, кто хочет, чтобы зерги уничтожили протосов. Все перевернулось вверх дном. Где-то существует сила, желающая уничтожить всех нас. Зерги. Протосы. Они очень сильны. Насколько ужасны и могущественны те, кто играет их судьбами. Черт побери. Я не знаю, что и думать о последнем видении. Зератул искал сведения о гибели Вселенной. Но в этот раз он отправился на Айюр. На Айюр? Что он там искал? Прежде всего, он пытался выяснить, зачем сверхразум создал Королеву Клинков. Это она уничтожит Вселенную? Нет. В том-то и дело. Похоже, она единственная, кто может ее спасти. Читаю отчеты, не могу оторваться. Чертовы протосы на десятки лет впереди нас. Такое вытворяют, у меня ум за разум заходит. А то я не знаю. Со времени последней нашей встречи они кое-чему научились. Вот смотри, как это им удается перебрасывать своих парней в любую точку? Я думал, им нужны как минимум врата. Не в любую точку. Для переброски им нужен пилон или еще какой-нибудь источник энергии. Но они продолжают развивать технологии, так же, как и мы. Будьте осторожны, Джим. Мне кажется, этот кристалл вас слишком затягивает. А, да, у вас есть вопросы, сэр? Пора составить толковый план наступления. Теперь, друг мой Рейнар, ты должен узреть видение сверхразума. Гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Что-то не хочется мне копаться в воспоминаниях сверхразума. Но если это касается Керриган, я должен знать. Далекий темный мир станет последним пристанищем протосов. Великие герои этой расы соберутся там и возглавят их войско. И все до единого погибнут, хоть и с честью. И мои зерги станут рабами гибридов. Все склонятся перед мощью падшего.
братья протосы, внемлите мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью. Все как один! Энтаро Тассадар! Мы стремимся к знаниям. Я изгоню демонов прошлого. Хранилище готово, великий. Защити нас, а мы сохраним наши знания для рас, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Я собрал остатки нашего великого флота. Вы подоспели вовремя, адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь. Согласен. Мы слишком долго мешкали. Зерги сыграли свою роль, как я и планировал. Гибриды — живое тому подтверждение. А сегодня и протосы сыграют свою роль. Последнюю роль. Я здесь, среди теней. Зерги заходят с флангов. Нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Ваши войска вступили в бой. Шозак мокнул. Судаш Салок. Я здесь, среди теней. Честь ведет меня.
следую своему призванию. Я здесь, среди теней. Я служу во имя Айюра. Я верен тебе. База атакована. Я здесь, среди теней. Братья Протосы, внемлите мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью. Все как один! Энтаро Тассадар! Готово, Великий. Защити нас, а мы сохраним наши знания для рас, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Thank you.
атаковал остатки нашего великого флота. Вы подоспели вовремя, адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь. Зерги заходят с флангов. Нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Я
Смотрите же, вот мое величайшее творение. Не хватает минералов. База атакована. Замечена массовая активность в ульях зергов. Будьте готовы к нападению. База атакована. Не хватает. Излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы и сосредоточить огонь на гибридах. Здравствуй, великий Муэндах. За Аюр! Да будет сильна. Я здесь, среди теней. Ты далек от понимания. Мы наступаем. Thank you.
среди теней. Ларада Курал. Улучшение завершено. Я здесь, среди теней. Физическое ядро активировано. Месторождение минералов истощено. Враг наступает. Месторождение минералов истощено. Будь по-твоему. Настал момент истины, благородный тамплиер. Пусть враги узрят ярость лучших бойцов Айура. Вершитель Селендис, сражайтесь, не щадя сил.
Быть может, это наша последняя битва. Энтара Тасадар, Зератул. Арада Курал. Моя ноша непосильна. Я здесь, среди теней. Мы слишком долго. Сумерки скрывают. Правосудие восторжествует. База атакована. Мы вступили в бой с противником. Улучшение завершено. Дай волю своим мыслям. Мы наступаем. Да будет сильна твоя воля. Я здесь, среди теней. Призматическое ядро активировано. Вершитель слушает. Я здесь, среди теней. Мы вступили в бой с противником. Энтаро-Тассадар! Шозак мокнул. Авианосец прибыл. Мы вступили в бой с противником. Я написал первые строки вашей истории. И я же поставлю в ней точку. В бой с противником. База атакована.
База атакована. Мы вступили в бой с противником. База атакована. Вступили в бой. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Наши войска вступили в бой. Дай волю своим. Мы вновь обретем былую славу. Прекрасный план. База атакована. Противником.
атакована. База атакована. База атакована. Атакована. Ваши войска вступили в бой. Командир щита Аюра. Матрицы поля в пределах доступности. Запускаю телепортацию. Братья, слушайте меня, ибо наше время на исходе. Последние представители нашей расы, нашей цивилизации, собрались сегодня здесь. Верьте друг в друга. Сражайтесь как один. Эта битва оставит след в памяти Вселенной. Она никогда не забудет нас. Энтаро Тассадар! Атакована. Действуем, господин. Ты далек. Положим конец нам. Ваши войска вступили в бой. Наш пилон атакован. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Ваши войска вступили в бой. Улучшение завершено. Разум свободен. Ваши войска вступили в бой.
Вступаю в бой. Месторождение минералов истощено. Ваши войска вступили в бой. Месторождение минералов истощено. Наш пилон атакован. База атакована. Месторождение минералов. Глупые, сволочные дети. Среди вас была лишь одна, способная разрушить мой план. Но в своем безрассудстве вы приняли ее за настоящего врага. Королева клинков, откуда же нам было знать? Атакован. Наш пилон атакован. База атакована. Ваши войска вступили в бой. Месторождение минералов истощено. База атакована. Месторождение минералов истощено.
База атакована. База атакована. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Вершитель слушает. Ваши старания напрасны. Мои дети провозгласят начало новой эры. База атакована. Вступаю в бой. Надвигается беда. База атакована. Если бы мы догадались раньше. Ваши войска вступили в бой. Вступаю в бой! Газовый гейзер на наши зомби напали.
Наш пилон атакован. Ваши войска вступили в бой. Наш пилон атакован. Войска вступили в бой.